продолжаю знакомить своих зрителей с интересными китайскими гаджетами. Не только же телефоны производят китайцы, у них много всего интересного. Есть более полезные, есть менее полезные. Это устройство интересное и точно не бесполезное. Во всяком случае, я вижу, как его можно применять, и сейчас, думаю, вы тоже поймете. Открываем коробочку и видим инструкцию на китайском и на английском языке. Самое полезное, что есть в этой инструкции, QR-код для того, чтобы скачать приложение для вашего телефона на Android или на iOS. И под ту и под другую операционную систему существует. Убираем, хорошо, видите, как упаковано, для того, чтобы не разбилось. И видим светодиодную лампочку. Это разноцветная светодиодная лампочка, управляемая с телефона. Цоколь стандартный E27, можете вкрутить туда же, куда вкручиваете лампочки. Мощность 6 Вт, напряжение 220 Вольт, для России подходит. В комплекте, кроме самой лампочки, инструкции ничего нет. Телефон в комплект не положили. Я уже, вот, включаем, она сразу загорается. Уже установлено приложение, запускаем приложение, и сразу тут показывает все лампочки. Ну давайте все лампочки. Оп, сразу нашло эту лампочку. Управляется лампочка через Bluetooth, не по Wi-Fi, а через Bluetooth. Что может приложение? Ну, во-первых, можно изменять цвет. Вот видите, такая вот круг, я не знаю, как это цветовая палитра называется. Крутим, и лампочка меняет свой цвет. Посередине циферки. Циферки – это яркость. 100% – это максимальная яркость. Единичка – это минимальная яркость. Вот не очень удобно, но вот так. И кнопочка выключения. Включили – выключили. Sunshine – следующий режим. Крутим на нужную нам, не знаю, как это там сказать-то, цветовую температуру. Вот. И выкручиваем яркость. Третье. Выбираем три цвета, или даже больше. Раз, два, три, четыре, там пять. О, да тут четыре цвета можно выбирать максимум. Ну, давайте вот так. Красный, синий, зеленый. Нажимаем ОК. И теперь по кругу будет вращать и изменять цвет лампочки. Можно указывать быстро или медленно. И далее. Самое интересное. Дискотека. Запускаем вот этот вот режим. А что ты мне тут уже мигаешь? Я дискотеку еще не запустил. И запускаем любую музыку из любого источника. Я вот сейчас запускаю с сайта musicbaidu.com. Самую популярную, видите, это самые как бы популярные песенки. И прошлогодний хит «Маленькое яблочко» все еще хит. К сожалению, это как это, музыку эту включать не могу. Она защищена авторским правом на YouTube. Поэтому ролик могут заблокировать. Играет музыка на телефоне, лампочка мигает. Для чего можно использовать, если все-таки кто-то не понял? Ну, во-первых, можно просто как... Если можно управлять несколькими лампочками, к сожалению, проверить не могу, то можно этих лампочек понаставить по всему дому и со своего телефона раз включить и выключить свет. Можно изменять цветовую температуру. Например, вечером создать такой романтичный полумрак в желтых тонах, а днем ярко-бело. Что еще? Ну и дискотеку. Привел девушку домой, врубил дискотеку. Я думаю, девушки от такого... Ну, я не знаю, я уже старый. Не знаю, как современные девушки реагируют, но мне кажется, это прикольно. Ссылочка, как всегда, есть в описании. А я... Батарейка садится. Ну и всегда лампочку можно выключить, если вдруг батарейка на телефоне села, вот таким вот способом.